Serendipity Films представляет. Совместное производство Perspective Films, Digital Graphics и Malevood. Фильм Тома ван Авермата. Смерть тени. Мне жаль. Ян Терну, 6 июля 1983 года. Забит до смерти Бороном Кассовицем. Натан Рикс. 10 ноября 1917 года. Застрелен Францем Баумером и Иохимом Данкером. Рикс? Господин Рикс, вы добыли мне Яна Терну? Потрясающе, господин Рикс. Работа новичка, я прокасывается. Тем не менее, сильная композиция, великолепное сочетание страха и страдания, страсти и формы. И сколько энергии. Мне будет искренне жаль расставаться с вами, господин Рикс. Но вы можете остаться? Нет. Зачем так стремиться к жизни, господин Рикс? Так мало счастья, так много боли. Я могу показать вам настоящую красоту смерти. Еще два, господин Рикс. Thank you.
И еще два. Томас Белкур, 30 ноября 1918 года, старость. Еще два. Ах, дорогой. Еще два. Сара? Нет? Даниэль? Старость? Вы же знаете, что старые тени редко бывают интересны. Это бессмысленная композиция. Я знаю, что не каждая смерть — произведение искусства, но все же. Надеюсь, ваша последняя работа будет интереснее, иначе... Спонтанная эстетика несчастного случая, к примеру. Скажем, поезд, самолет... Автомобиль. Взрыв. Или утонувший. Я веками не получал утопленников. Или убийство. Убийство всегда выразительно. Хорошо. Даниэль Хайнаут,
7 марта 2015 года. Заколот. Даниэль Хайнаут. 3 ноября 1946 года. Газовая камера. Убийство. Даниэль Хайнаут. 1 сентября 1917 года. Застрелен. Мы скоро увидимся, Сара. Внимание! Приготовиться! Заряжай! Целься! Огонь! Мое предложение все еще в силе, господин Рейкс. Вы можете остаться. Нет. Вы прожили 10 тысяч дней. Вы собрали 10 тысяч жизней. Ваша смерть аннулирована. Господин Рейкс, дорога в жизнь будет открыта для вас ровно на час. Выбирайте, куда и в какое время вы хотите попасть после вашей прошлой смерти. Выбирайте мудро, потому что через час это место окажется недоступным для вас. Я знала, что ты вернешься. Никто не верил мне, но я знала. Даниэль? Сара? Даниэль? Прошу прощения, месье. Мадмуазель Уинтерс немного не в себе. Ее Даниэль, она не смогла принять дурные вести. И теперь она принимает каждого солдата в форме. Но мертвые солдаты не возвращаются. Верно?
Одна жизнь в обмен на другую, господин Рикс. Когда исчезает одна тень, появляется вторая. Выбор за вами. Она ждет тебя. Натан Рикс, 1 сентября 1917 года. Застрелен. Сара? Сара Уинтерс, 2 мая 1997 года. Старость. Натан Рикс, 1 сентября 1917 года. Застрелен. Матиас Шонартс, Лора Верлинден, Петер Вандер Эде и другие. Продюсер Эллен де Валле. Автор сценария и режиссер Том Ван Авермат. Оператор Стиен Вандер Векен. Композитор Раф Кёнен. На русский язык фильм озвучен фирмой «Позитив» по заказу телеканала Еврокино.